Современная косметология предлагает большой выбор средств по уходу за лицом. Это не просто один дневной или один ночной крем, это целая серия для ухода за кожей лица. Давайте сейчас по порядку посмотрим, потому что вопросы возникают, что, зачем, в какой последовательности нужно использовать. Итак, это вечерний уход у меня. Сначала берем гель для снятия макияжа с глаз. На ватный диск нанесли, на несколько секунд к глазам приложили и удалили этими же ватными дисками косметику с глаз. Дальше берем средство. Это гель для умывания плюс тоник, поэтому тоник можно не использовать после него. Подходит для утреннего и вечернего ухода. Далее, это обновляющий пилинг. Для лица его использовать нужно 2 раза в неделю, в вечернее время. Тонким слоем наносится на лицо и через 20 минут смывается водой. Вместо пилинга можно использовать скраб. Скраб тоже используется 2 раза в неделю, поэтому можно 1 раз использовать пилинг, 2 раз скраб, либо 2 раза пилинг, либо 2 раза скраб. Дальше используем вот такую увлажняющую эссенцию. Наносить можно с помощью ватного диска, а также с помощью пальцев. Я наношу с помощью пальцев. Используется 2 раза в день, утром и вечером. После увлажняющей эссенции берем крем для век. Дальше идет сыворотка. Сыворотку используем для усиления действия крема. После сыворотки сразу же наносим ночной крем, либо, если это утренний уход, будет дневной крем. И есть еще вот такое средство. Это крем против покраснений. Он с тонирующим эффектом, поэтому его можно использовать поверх крема. Он тоже используется 2 раза в день, утром и вечером, либо на дневной, либо на ночной крем. Если вы хотите дополнительно использовать еще и маску для лица, но вот эта маска, она ночная, наносится на ночной крем. Но здесь я бы нанесла маску вместо крема против покраснений. Если маска вот увлажняющие, например, либо вот такие маски, очищающие, увлажняющие, питательные, тонизирующие, то эти маски наносятся после очищения. То есть вот здесь после пилинга, если есть пилинг, можно пилинг убрать и сразу после очищения, после умывания нанести маски, если в этот день вы пилинг не используете. Если используете капсулы, капсулы на основе 6 масел использовать можно 2 вариантами. Либо 15 дней каждый день вместо сыворотки. Капсулы используются вместо сыворотки, то есть перед нанесением ночного крема. Капсулы жирноватые, поэтому я на ночь их использую. Либо 2-й вариант, если у вас кожа лица более-менее не очень требует такого прям интенсивного ухода, но вы хотите ее дополнительно подпитать, то вот такие капсулы можно использовать 1-2 раза в неделю, также вместо сыворотки перед ночным кремом.